Хотел тебя поздравить ребят с победой наших болельщиков. С турнирной точки зрения этот матч имел большое значение как для нашей команды, так и для команды «Спартак-Мальчик», которая решает свои турнирные задачи, находясь внизу там турнирной таблицы, мы в верхней части. Поэтому результат важен был. И по первому тайму шла такая борьба за инициативу. И в принципе абсолютно равная борьба с минимумом опасных моментов, что одной, что второй команды старались строго играть команды в обороне. Все, и с первым забитым мячом, откровенно говоря, надо объективно признать, что нам повезло. Повезло, ошибка вратаря, повезло. А второй тайм уже естественно, что ведя 1-0, понимая то, что команде «Мальчик» нужно отыгрываться, и, собственно, то, к чему они стремились, мы понимали, что нам нужно строго сыграть в обороне. И за счет быстрого перехода от обороны к атаке появятся зоны, использовать эти зоны. Собственно, второй мяч так и был забит. И еще имели мы моменты в концовке. Не хватило чего? Не хватило последнего паса, где нужно было уже душу вложить в эту передачу, завершающего удара. Ну а потом тактический просчет при оборонительных действиях нашего крайнего полузащитника привел к пенальти. Благо, что не забили, опять элемент везения. Забей раньше мяч, неизвестно, как бы сложилась игра. Все. Так что, такой короткий комментарий к игре. Хочу отметить, что команда «Нальчик», несмотря на то, что находится в зоне вылета, очень хорошая, организованная команда. И мы, готовясь к этой игре, я просмотрел несколько игр ее, все. Очень хорошая команда. Я скажу, что здесь в «Нальчике» всегда было всем командам нелегко играть. И я думаю, что команда тренерская, обученная, организованная, все. Но сегодня нам, откровенно говоря, повезло. А так, я уверен, что команда будет бороться. И я думаю, что решат задачу, чтобы сохранить прописку, чего мы им желаем. Я желаю своему коллеге Хасанчику Беджиеву. Вопрос? Антон Петрович, судя по игре вашей команды в первом тайме, показалось, что вы будете довольны ничего, если увезете с мячика, если бы не этот гол. Ну, как игра складывалась, вот вы именно правильно вы сказали, по первому тайму слишком много у нас было необязательных потерь мяча, слишком много. Неправильно мы выходили из обороны в атаку, защитники, за счет длинных передач, да, передачи эти в никуда. И мы получали все время обратную атаку в наши ворота. И претензии были в перерыве, мною высказаны, что в организации игры здесь есть претензии вот именно к средней линии. Средняя линия слабо подстраивалась, слабо двигалась под владеющим мячом. Поэтому защитникам в тех эпизодах, когда «Спартак» сразу при вводе мяча, они выдвигались к одному форварду, который был, выдвигаются крайние защитники, выдвигаются центральные зоны, здесь Гугуев, все, и они сразу пытались накрывать. Из-под этого прессинга неправильно выходили, нужно было за счет паса, и было много потерь за счет этого, вот такая ситуация, и вы правы. А по второму тайму уже более организованный, второй мяч, конечно, снял напряжение, и все. А концовку, понятно, что уже они в навал начали играть, они длинные, надеясь на случай. Что с вашим травмированным игроком? К великому сожалению, он только-только оправился от одной травмы, только вот начал, в силу того, что у нас травмированы были другие игроки в центральной зоне, у него перелом плюсневой кости. Алим Калибатов, сайт болельщиков «Спартака» «Нальчик». Руслан Болов является воспитанником нашего клуба. Не было желания его в старте выпустить? Ну, элемент такой, мысль такая была.
что он, понятно, что родные, близкие, родственники, воспитанник клуба, все было. Но я исходил из принципа, что выигрышный состав не меняется, все. И я скажу, что Руслан вышел второй тайм, и я очень доволен его действиями, очень доволен. Он и обострял, и второй гол был забит с его передачи. Миша Бирюков забил с его передачи. Очень много верховой борьбы выиграл, сохранял мяч. Все, я очень доволен. Ну, если коротко по матчу, тут можно сказать, конечно, что... Конечно, матч сложился как говорится, очень тяжело для нас. Если первый тайм команда двигала нормально, как бы, и игра сама шла сама по себе, как бы, игра получалась довольно. Конечно, в концовке получить мяч довольно-таки нелогично, и, конечно, было очень неприятно. Но тем не менее, в перерыве настраивались на то, чтобы продолжать играть. И, в принципе, по настрою, по нацеленности на ворота, я считаю, что была, в принципе, такая достаточно нормальная нацеленность на ворота. Вот. Но ошибка после розыгрыша аута. Соперник команды очень квалифицированная, квалифицированных игроков имеет в составе. Хорошо разыграли стандартное положение, забили мяч. Тем не менее, при счете 2-0, там 15-я минута, конечно, нужно было реализовывать пенальти. И я думаю, что эта игра бы пошла, наверное, по-другому. Но, тем не менее, старались дожать, забили один мяч, но время уже оставалось достаточно мало. Честно говоря, игра получилась такая, несколько сумбурная, второй тайм в особенности второй тайм. Но я думаю, это просто следствие того, что первый тайм довольно-таки неожиданно закончится для нас. Больше другого сказать ничего не могу. Вопрос к Милаш. Гугуев в прошлой домашней игре не забил пенальти. Сегодня опять он должен был бить? Ну, честно говоря, игроки сами приняли решение. Я не посчитал нужным кричать с бровки, чтобы они поменялись или еще что-то. Но я думаю, что они сами приняли решение. Может быть, это он хотел реабилитироваться. Вот. Но не получилось. Конечно, я думаю, что сопернику мы подарили сегодня ряд моментов таких, которые, конечно, ну, нельзя допускать. И, честно говоря, расстраивает то, что там в Мордовии последняя минута ни с того ни с сего взяли, ошиблись. И тут такие ошибки. Вот эти моменты, конечно, так очень неприятные.